Для осуществления инъекции существует два варианта – субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция. Выбор метода введения лекарства остается за лечащим врачом, однако парабульбарная инъекция считается менее болезненной. При парабульбарной инъекции глаж шприца вводится сквозь кожу нижнего века, непосредственно под глазное яблоко. Процедура проводится под воздействием местной анестезии, а наразовым шприцом наружный край нижнего века проводится тонкая игла и продвигается на глубину примерно 1 см к задней стенке глазного яблока, куда и вводится лекарственное средство. Субконъюнктивальная инъекция. После анестезии просит больного оттянуть нижнее веко и смотреть кверху, оттягивает конъюнктиву глазного яблока на место перехода ее с глаза на свод. Обычно под конъюнктиву вводят не более 0,5 мл раствора через самую тонкую иглу. При введении раствора иглу направляют не прямо перпендикулярно поверхности глаза, а косо, так, чтобы глаз скользил под конъюнктивой вдоль склеры, не задевая ее.